Добрый день, уважаемые зрители, с вами доктор Константин. Сегодня у нас тема видеоурока. Человек сидит, но ему тяжело, и он не может подняться. Допустим, человек сидит на стуле, либо на диване сидит. Ему очень тяжело подняться. Западная медицина говорит, это слабость мышц тазобедренного сустава, это скованность в ногах, в суставах, это слабость нижних конечностей. Итак, внимательно смотрим, как простирается данный меридиан желчного пузыря, и вы все это увидите. И нижние конечности, и сустав тазобедренный, коленный сустав, голеностопный сустав. Это мы показали один меридиан. На нижних конечностях 6 меридианов. Первый вопрос к человеку, который страдает, либо иногда пребывает в таком состоянии, когда ему очень тяжело встать, когда он сидит. Обычно это люди преклонного возраста, и обычно это люди после тяжелой травмы, где организм не может восстановиться. В этом играет огромную роль меридиан желчного пузыря, меридиан мочевого пузыря. Понятно, да? И меридиан печени. Вот этих три основных меридиана, которые играют огромнейшую роль. На физическом уровне огромнейшую роль играет меридиан поджелудочной железы, так как поджелудочная железа контролирует мышечный каркас. И прежде всего нужно восстанавливать мышцы наши с вами. Вот как работает ваша поджелудочная, вот так вот и работает мышечный каркас. Понятно. Вот как работают ваши меридианы нижних конечностей, вот так вы можете быстро сесть и быстро встать. Вот и все. В любом возрасте независимо. Ну так как любая энергетика истощается, сразу мы говорим, и многие, извиняюсь, не могут ее пополнить, а пополнить ее можно через акупунктурные точки, но не всегда нужно пополнять, потому что сначала нужно провести диагностику 12 меридианов, выявить картину всех меридианов, вот, и восстанавливать их потихонечку. До нормы, либо насколько человек может восстановить их ближе к норме. И точка ВБ-37 гуанмин, всегда точка тонизируется при всех проявлениях слабости нижних конечностей, а также такого симптома, когда человек сел на табурет, либо на диван и так далее, и тому подобное. Но встать не может, либо ему очень тяжело встать. Это состояние вашего желчного пузыря и меридианов нижних конечностей. Спасибо за внимание.